С вами снова Снежана. И сегодня мы с вами поговорим о горячей теме. Как накачать пресс за 2 недели? Итак, как же накачать пресс в домашних условиях за 2 недели? К сожалению, нет такого секрета. Если вы будете просто качать пресс, ничего у вас не получится. Здесь, естественно, должны быть силовые тренировки и грамотный подбор питания. Но сегодня я вам покажу комплекс, который вы можете выполнять в течение 2 недель. Абсолютно каждый день, тратя всего лишь 15 минут с утра. Для того, чтобы максимально прокачать ваши мышцы живота. И если вы будете слушать мои советы и при этом почистите свое питание и добавите тренировку, то уже через 2 недели вы сможете увидеть красивый, рельефный, накачанный пресс. Готовы? Ну что, поехали! Для того, чтобы проработать мышцы живота, вам нужно ничего, кроме коврика гимнастического и вашего тела. Первое упражнение, с которого мы начинаем, прямое скручивание. Это самое элементарное упражнение, которое можно только найти. Первое упражнение выполняем на 50 повторений. Переходим ко второму без отдыха. О, 50 раз – это очень много, даже для моего пресса. Следующее, что мы будем делать, это называется Buddha Crunch. Это очень крутое скручивание. Поставьте стопы на пол широко. А если у вас нет проблемы с растяжкой, будем выполнять классический Buddha Crunch. Мы сводим вместе стопы, раскрываем колени в разные стороны и ложимся на спину, руки уводим назад. И на выдох поднимаемся и касаемся стоп. И это упражнение надо сделать 30 раз. 50 раз прямое скручивание и 30 раз Buddha Crunch. Боже, как тяжело!
меня все дрожит. Второй вариант. Чуть проще. Мы убираем руки назад и помогаем себе. Все зависит от вашего уровня подготовки. Выбирайте себе вариант в зависимости от вашей подготовки. Я, естественно, выберу самый сложный. Ага. Это упражнение повторяем 30 раз. После этого мы будем делать статику. И без опоры выполняем упражнение складка. Боже, как тяжело! Стоим 20 секунд. В течение 2 недель, каждый день, выполняя эти упражнения, я гарантирую, вы сможете накачать очень красивый пресс. Такой курс вы можете выполнить 1 раз, 2 раза или 3 раза. Больше не надо. Все зависит от вашего уровня подготовки. Оптимальное количество раз – это 2 таких мощных круга на протяжении 2 недель. И уже через 2 недели я жду ваши фотографии в моем инстаграме с накачанным красивым прессом. Поэтому быстрее руки в ноги и идите качайте пресс! Жду ваши вопросы и комментарии. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А с вами была Снежана с секретами идеального пресса.